снова Андрей Вельгаш. И сегодня нам предстоит экскурсия по школе Бакскул. Как обычно, я снимаю свои непрофессиональные ролики, видео, и в конце расскажу вам свое мнение об этой школе. Это главный наш дом непосредственно. Juniors дом. Здесь живут дети с 11 до 14 лет. Особенность этого дома, сразу расскажу, в чем заключается. На втором этаже полностью квартира мистера Сатова, которого директор, видели, директор и владелец школы. Он и владелец, и директор школы. Причем, и основатель, правильно? И основатель школы. Ну, как сказать, это такая история, сейчас расскажу. Вообще, мистер Саттон уникальная в плане личность, потому что он был одним из самых молодых хедмастеров в истории Великобритании. Он возглавил школу в возрасте 23 лет. Которую сам основал? Смотрите, нет, вначале его пригласили директором быть школы. Она была еще в Кроуле в 1933 году. То есть он изначально был приглашен директором школы, возглавил ее. И сначала пришел просто как учитель, и увидели, что у него есть leadership, как бы skills. Пригласили его возглавить школу, стать директором. Он с радостью это сделал. В тяжелые времена школы, как бы, когда были, да, он школу выкупил и дальше уже развивал как свою. Находятся дети, размещение... С 11 до 14 в этом доме они проживают? Да, это джуниорс, исключительно джуниорс. То есть здесь они только живут, а учатся в другом здании? Да. Машина реставрирована и собрана с учениками школы, на которой они будут участвовать в ралли в Германии. То есть этот проект полностью дети у нас собрали эту модель машины. Покрасили, собрали, сделали. То есть те, кто у нас изучают физики, такие вещи. Ничего себе. В принципе, да, они вот занимались этим проектом. Сразу скажу, что у нас, в принципе, подход такой. То есть у нас, даже если посмотреть наш университет, в принципе, да, согласно нашим проектам, у нас вот в последнее время стали прям equally и креативные специальности, и, естественно, finance, economics, related специальности все. Но finance, economics – это как бы классические популярности для особенно интернациональных студентов, то есть изначально запросов больше на эти специальности. Вот в последнее время мы знаем еще и именно creative, то есть такие как architecture, media, design. То есть у нас полностью креативный блок отдельно тоже есть, причем как бы, ну, в Англии, чтобы поступить, вот, агент, вы знаете, на креативную специальность необходимо предоставить портфолио, не только теоретические знания, но конечно. Полноценное портфолио. Но все-таки сильнее вы в финансах и вот, ну, вот смотрите, технических науках. Сильнее? Ну, ну скажем, исходя из статистики, куда поступают дети. Смотрите, скажу, как эта статистика, она в принципе устроена. Она-то устроена изначально из запросов. А всегда классические запросы более всего были популярны на банкинг, финанс, экономику. Особенно популярны, да, спрос больше. Да, просто учитывая то, что большое количество заявок именно на эти специальности, то, соответственно, отсюда и выливается университет плейсмент. Да, но а университеты выше уровень получается больше именно... Больше банкинг, экономика. То есть все-таки... Да, но опять... Я понял. Сейчас, когда стали больше уже на архитектуре, то есть когда уже стали туда больше, ну, естественно, у нас в университете плейсмент тоже сместился. Понял. Вот. Мимо поля мы проходим, вы как раз можете видеть тренировку, да, это у нас главное поле для регби. Также у нас здесь проходят... А какие виды спорта у вас имеют профессиональных тренеров? Профессиональные тренеры у нас регби-академия, потом футбольная академия, мы дальше поле посмотрим. Причем у нас футбольная академия разделяется на две категории. Мальчики одна и девочки? Категория, нет. Одна категория – это у нас Juniors, Челси, футбол, академия. А, то есть у вас Челси контракт? Челси, футбольная академия, да, вот. Это Juniors. Так что всем любителям футбола с 11 до 14 лет, рекомендуете. Да, welcome, ждем, да. Причем, а с 14 до 18 лет – это Senior футбольная академия. Причем тренер у нас, как бы, Даррел Уильярд, он профессиональный тренер, у него высшая тренерская категория УЕФА. Это я все, в принципе, расскажу, в этом поле будем смотреть для футбола, да. Здесь проходят и регби тренировки, также physical education, да, то есть физкультура. Групповые игры у нас и баскетбол, и футбол. А вот это, и... вот это телескоп? Это, да, абсолютно. Я стеснялся спросить. Мне казалось, он в поле должен стоять, то есть... Поле так. Же и есть, мы же в чистом поле с вами. Мне казалось, поле должно быть больше. Да, есть, как раз таки. То есть у вас, если
кто увлекается астрономией, тоже к вам? Да, тоже к нам можно. Понятно. Без проблем, конечно. Вообще, я вам скажу, что у нас у Бакс вот наш девиз это preparing for life. Понятно. То есть, готовим жизнь. Да. То есть, если даже ребенок, вот у нас, да, вот ситуации были, когда ребенок, допустим, хочет чем-то заниматься, и какое-то течение этого активити, допустим, не существует, пока еще на кампусе, то это активити появляется. То есть так у нас произошло, допустим, со скотчем Bad Pipes, да? То есть, то есть на волынке? На волынке. Можно играть. Это совсем не развито. То есть на юге на волынках не играют. Ну, я думаю, здесь... среди русскоговорящих это тоже не особенно развито. Понятное дело, да. Или есть заявки. То есть и у нас был мальчик, который заявил желание. Мы наняли скотч именно преподавателя из Шотландии. В итоге это очень прижилось, и в итоге это стало популярным как полноценным уроком. Ты можешь взять его. То есть так у нас появляется большинство вещей. То есть мы очень flexibility, мы реагируем на то, что от нас хотят студенты. Ух ты, а у вас вот занятия проходят в таких отдельных блоках, да? Это у нас сейчас replacement, некоторые блоки, которые мы поставили. Но я вам teaching блок покажу. Броды проводить свое свободное время, да? И параллельно, то есть... Но это не главное, не основная столовая, это просто нет, кафе. Нет, это не основная столовая, это просто кафе, где, да, дети могут свой leisure time проводить и закупать. Как вы видите, у нас есть Bucks University еще fair. То есть для наших студентов... приезжают представители университета. Да, абсолютно верно, да. Отлично. То есть мы для наших студентов еще и отдельно устраиваем вот эти fair. То есть обычно студенты, как и школ, идут куда-то на фэй, куда-то едут. К нам же университеты приезжают. Это у нас в центре Гастингс, у нас там большое помещение. Мы приглашаем университеты, плюс с этими университетами у нас еще и foundation program. То есть прямо к ним готовят. Да, у нас прям порядка 17 университетов, с кем у нас контракты. И потом, то есть по системе foundation course дети могут поступать. То есть идеально подходит для тех, кто приезжает на последний год как раз подготовиться, да. Которые закончили 11 классов. Получается дома? Я вам скажу так, что мы тоже как бы foundation course, это у нас такая вещь, мы туда не анонсируем прямой набор, да? Мы анонсируем набор сначала на A-levels и IB. Если, допустим, студент делает A-levels программу первый год, чувствует, что не тянет, он может делать switch на один год foundation. Понял. И в основном, допустим, это бизнес-менеджмент и все related. Все маркетинг, менеджмент. Все эти вещи. Ну, это хорошо. То есть, как запасной вариант. Многие родители переживают, что дети не потянут. Действительно, многие и не тянут. То есть, получается, вы предлагаете такой запасной вариант. Да. То есть, ребенок, если не тянет... стресса, что повторять год, а что надо делать. Да, понял. Это очень удобно, кстати. Да, то есть, у нас все нацелено на то, чтобы, в принципе, было и родителям спокойно, и дети как бы оценивали свои силы адекватно. Плюс у нас именно Head of Six Form, да, Mr. Shaw. То есть, когда ты учишься у нас на первом Lower Six, да, курсе, это либо IB первый год, либо A-Levels первый год, у тебя постоянно, во-первых, у нас weekly report. То есть, каждую неделю докладываю. Ты понимаешь, да, в чем тут дело. Это тоже хорошо. Если у тебя оценки дропаются на каком-то лимите, да, вот. То есть, все, что вы видите, да, вот здесь тоже с правой стороны, это все наши студенты. Мы одна из самых, в принципе, таких мобильных путешествующих школ. Это наша поездка с Вадилом, мы делаем челлендж. И студентка вернулась с ребенком, да? Нет. Удачно съездила. Она вернулась с удачным волонтерским экспериментом. Я пошутил. Я поняла. Учатся 440 учеников. 400. Вот интересно, 440 учеников, и сколько из них интернов? 220 British, 220 интернациональных. То есть половина, 50% между... Мы принципиально держим 50% на 50%, чтобы был equality. То есть day student, который приезжает, это 220. Хорошо, а из этих 220 сколько русскоговорящих? 48 разных национальностей у нас diversity. Но нас интересуют наши. Мы держим определенные квоты. То есть обычно это не превышает 10%, это абсолютно точно. То есть 22 человека русскоговорящих. Ну, грубо говоря. Карта школы, по которой мы передвигаемся. Две. Да. Чтобы не потеряться. Столовая – это главный вопрос всегда. Сейчас расскажу. У нас здесь и завтрак, и обед, и ужин. Как проходит, то есть у нас система столов. У каждого стола есть свой хед стола, да? Он ответственен за еду, а потом есть вейтеры, уже официанты, которые разносят дополнительные. Официанты здесь, наемные или дежурят сами дети? Нет, наемные. Официанты, но дежурные у стола у каждого есть, чтобы не было толпы, чего-то еще. Понятно. Плюс
чем особенность разделения по столам? Потому что они садятся соответствующие, как они живут в домах, как они садятся. И размещение у нас в домах не больше, чем, как бы, ну, то есть классы, допустим, не больше, чем два человека, говорящих на одном и том же языке. А в accommodation размещаются тоже разные языки штуки. И, соответственно, когда они садятся в дальний холл, они садятся... друг друга не понимают. Как это? Ну, со временем они понимают друг друга. Есть необходимость. Понятно. Чтобы вот эта естественная необходимость понять друг друга возникла, идет такое специальное размещение. Потому что, ну, в некоторых школах они там, как кафетерия, они выбирают, да, и, соответственно, русские. Да, школы, да, там, есть такие, здесь это правда. Здесь такого нет. То есть у нас это принципиальная позиция, чтобы дети не садились там к своей национальности, грубо говоря, да. Садятся не под класс. Потом вот эти места, которые вы видите, это места для прифектов. Для викторианцев. Для прифектов. А я думал, у нас система старости. Стоят. Система старости. Здесь сидит наставник. Директор. Особенно. И директор всегда участвует всегда. В общем. О, это интересно. У нас того, что мистер Саттон участвует во всем, что происходит на кампусе. Плюс он преподает преп, то есть он преподает прям домашнее задание, ему делает одна из групп, то есть мистером Саттоном. Он участвует как бы в обеде, у нас целая процессия. Если вы останетесь чуть подольше, даже, да, до часа с вами, грубо говоря, доживем, да, то... Не, ну это долго, нет. Ну, посмотрим, да. Но, грубо говоря, это у нас отдельная такая процессия. Мистер Саттон стоит обычно на дверях, он вот каждому ученику говорит good afternoon, все заходят, он знает обычно всех в лицо, в принципе. И он здесь со всеми мил, как бы, не принимает. Потом каждый стол, если он закончил, поднимает руку, молча. Если мистер Саттон кивает, значит, ты можешь выходить и свой стол выводить. О. Все очень тихо. Как бы такой тихой обстановки едва ли вы еще где бы у нас а были. Все вымещаются или заходят в очереди? У нас сначала идут... 14 человек здесь не поместится. Да, сначала идут секс-форм ребята, потом GCC, потом Juniors. Мелкие ждут, пока взрослые поедят. Покушают. Хорошо. А это что? Это у нас, ну, школьный, в принципе, как звонок оповещения. А, интересно. Да, смотрите, а он где-то по какой-то рейсе бьет. Колокол сниму, который бьет перемен. Естественные науки, да? Да, это естественные науки. А он перестраивается полностью. Мы перестраиваем library новую, как бы библиотека у нас новая будет, и science блок у нас будет новый. То есть мы сейчас все это реинвестируем здесь. Здесь у вас живет? Пока. Там кто-то уже умер, я смотрю. Кости. Кости. Но у нас обычно здесь и лягушки препарируем, и все. То есть здесь физика, химия, естественные науки. Можем посмотреть, как он. Здесь у каждого ученика трейс свой с правой стороны, то есть свои именно фасилиты, которые мы используем для эксперимента. Столы, оборудование тоже, в принципе, можно подключать тут любые моменты, делать эксперименты, лабораторные исследования. Это бывший директор. Ну, я бы так сказала резко. Интересно. А как ты он? Это наша accommodation вообще. А здесь, здесь дети живут? В этой части живут девочки, да, вот здесь девочки дом, и вот здесь, это 14-16 уже. Вот. Еще один дом здесь, здесь они размещаются по 2 человека, и 2 человека на комнату делят bathroom facilities, то есть как бы ванную комнату, удобство. Да, душевую и туалет. Параллельно за каждым домом закреплен laundry day, то есть как бы один день в неделю есть, когда делают полностью химчистку, стирку, да, и детям это все возвращают. Здесь у нас language department отдельно. На территории у нас, в принципе, представлено на кампусе около 17 разных языков, и каждый язык с носителем языка. То есть, грубо говоря, если ты выбираешь учить французский, учитель у тебя будет французский. Выбираешь там японский, учитель у тебя японка. Там китайский, соответственно, китайский. То есть, грубо говоря, вот каждый здесь у нас департамент. Каждый дом там обычно как комната оборудована именно, как сказать, атмосферой. Да. Из АВК, которого ты изучаешь. Там, понял. Там флаги и все, то есть атрибутика вся. Вот. Ну, здесь у нас летний театр периодически делают. Вот. Особенность еще летней школы, что она на тех же facilities проходит. Ну и вы сами организовываете ее? Да, у нас тоже как бы мы сами организовываем. И в принципе дети, которые в summer school ездили, ну достаточно бывает так часто, когда они уже посмотрели, потому что они привыкли, уже знают, где будут жить, да, facilities, все. Они еще и на основной год приезжают. Вот. На summer school мы принимаем от 7 лет до 16.
17-16. Да, 16-17. А на основной год это 11-18. Понял. То есть это джуниор 3 года, да, с 11 до 14. Потом с 14 до 16 это GCSE, плюс у нас еще... Музыка. Да, а играете на всех музыкальных инструментах? Практически на всех. Есть и ударные, есть и... А флейта есть? Так, флейта, да, есть у нас флейта. Хорошо. Во-первых, есть как бы струнные, ударные инструменты. У нас очень сильный вокал. Одна девочка у нас может всевозможные компетишн выиграла, прошла во второй тур X-Factor. Ничего себе, серьезно? Да. И скрипка есть у нас тоже на стройке. Струнные, ударные. Клавишные элементы, акустические гитары у нас целые. Здесь у нас полностью новые facilities. Да. Здесь дети, особенно кто у нас в футбол, да, академии, очень рекомендуется как бы, им записаться сюда, потому что им прописано. Не, ну тут вообще спортом заниматься полезно, не только футболист. Ну, довольно большой, так я должен сказать. Да, да. В многих школах он именно тренажерный зал больше для, для проформы, для галочки, а тут прям большой. Следовать и параллельно, в принципе, вот, заниматься как бы работой. Качаться. Ну, грубо говоря. Я шучу, я понял. Грубо говоря, очень. То да, в принципе, тебе, то есть, как бы у нас профессиональный здесь как бы супервайзер тебя, прописывает программу, ты, в принципе, занимаешься. Соответственно, у тебя идет то, что там лимит твоих успехов, он тебе супервайзер говорит, делаешь. Ну, отлично. Также, ну, мы делаем supply питание спортивное. Здесь компьютерные навыки. Да, мы сейчас с вами посмотрим на facilities, те, которые есть. У вас и конюшня есть? Да, у нас свои лошади. О, мы потом к этому дойдем. Но у вас вот работы строительные ведутся полным ходом. Да, это у нас сейчас. Мне кажется, я рано приехал, надо было... Или придется опять вернуться. Это, конечно, на самом деле мы только рады приезжать, у нас много чего происходит. Да, я смотрю, тут много чего строится. Сейчас расскажу, что строится, и расскажу вообще почему. Потому что у нас сейчас мистер Сад, он очень активно занимается как-то бизнес-девелопмент. Здесь опять-таки корты, ты можешь заниматься просто теннисом как активити, можешь вступить в теннисную академию. А и у вас есть профессиональный тренер, да, который будет заниматься? Да, в этом случае ты в курсе всех событий, где тебе стоит поучаствовать, чтобы повысить свою квалификацию. Отлично. Это правило относится к каждой академии, которая у нас есть. Mm-hmm. То есть либо ты там танцуешь, либо ты футболист, да, либо ты там регби, ты знаешь, в каком лучше чемпионшип поучаствовать, где лучше себя проявить. Что касается футбола, это отдельная вещь, я отдельно расскажу. Дружит с королем Свазиланда, 8 его детей у нас учились. Сейчас тоже принцесса Свазиланда приезжает к нам с сентября учиться. Вот, ну давайте посмотрим teaching блок, да, сначала. Оттуда выйдем на балкон и у нас... А, сюда, да? Да, это у нас бизнес-блок. Здесь у нас бизнес, мы изучаем. Учатся бизнесу, да? А, вот и... Thank you. Вот и верховая езда. С правой стороны это наш стейблс, наши лошади. На кампусе опять-таки присутствует возможность одна, это просто верховая езда. Если хотите тоже квалификацию и профессионально, то это уже конкурс с обучением профессиональным и вот с последующими вещами. Все, что касается полей вокруг, мы там бегаем и непосредственно кросс-кантри, и у нас занятия тоже по верховой езде проходят. Это наше поле. Именно здесь проходят тренировки Челси футбольной академии и Сильвер футбольной академии. Ночью это все подсвечивается, то есть тренировки, в принципе, оборудованы то, чтобы были круглыми сутками. В той футбольной академии обычно занятия каждый день, в их расписании полноценно стоит, да? И параллельно мы еще выкупили новое поле, мы строительство идем нового тоже футбольного поля, чтобы приглашать домашние игры, потому что у нас пошло сейчас футбол на, ну, мы в один кубок заняли, да, 2 недели назад были чемпионами на Италии впервые. То есть школьная Италии. Команда стала чемпионом Италии в возрасте 19 лет. Ничего себе. В прошлом году возраст 16 лет чемпионом. Ну, это был чемпионат Италии между школьных команд, между правильно? Школьных команд, да. 19 лет возраст. А, но все равно. Обычно англичане не выигрывали, выигрывали итальянцы. И в прошлом году 16-летние наши ребята сделали чемпионшип по вымбору. У вас тут происходит переработка, все, а я все. Расскажу. Вот это у нас наш виньярд, то есть виноградное наше садоводство. В общем, ребята, когда у нас делают IB, по окончанию IB программ ты должен предложить профессиональную бизнес-идею, которая бы работала.
Одна из таких идей мистеру Сатану учениками было предложено производить свое вино. Мистер Сатан это очень активно отреагировал. Очень прогрессивно. Это ученики старшей школы хотите, надеюсь? Старшие, да. Хорошо. У нас есть Athens Club. То есть 18-летние уже можно. Я думала, это первоклассники скреатировали. На Sporting Speech Day приезжал мальчик, то есть из Германии, который выпустился, да, у нас здесь изучал и бизнес, и все. Но предопределяющим стало, что он как раз-таки был вовлечен в производство вина. Сейчас у него своя компания по производству вина, очень даже активная и как бы успешная. Вот, поэтому дети у нас задействованы в производстве вина, как бы и от маркетинга, там, производства лейблов, бутылки, продвижения, и самого производства именно фарминг, да, как бы и выращивание, культивирование, переработки. И на Sporting Speech Day, это у нас в этом году 18 июня, секрет вина. Они могут продавать свое вино, зарабатывать деньги, это и часть на charity идет, часть ребята могут там распределить уже. Интересно. То есть это у нас такой, да. Здесь живут, да? Здесь живут Six Form. Я сразу скажу, что Six Form ребята, когда они на первом году, они еще размещаются по два человека, да, и делят Buffon Facilities, как бы. Но когда ты на старший курс градует, то есть у тебя много benefits. Это комната на одного. Да, это же комната на одного. И здесь свои Buffon Facilities. Заехали только. А, это получается у них совместное. То есть ну, это еще другая один, комната, да. И один на двоих туалет, правильно? Понял. А, нет, вот это душ, а и они используют вместе с той комнатой. Да, там другая комната еще. А, все, понял. Если вы сейчас его расположите, он еще есть. А как это поет? Не. Да. Ну ничего. И баскетбол, и футбол на готовке. Понятно. Какие-то объявления тоже мы сделаем здесь. В течение года у нас бывает International Food Day. Когда каждая национальность представляет свою еду. То есть это интересно. Я бы на китайский день приехал с удовольствием. А, в один день все. Да, вы можете каждую кухню попробовать. Это все опять-таки в charity идет. Китайские, кстати, особенность, вот про китайские сказали, у нас каждый день в дайнинг холл готовятся разные вина. То есть 22 человека примерно русских, правильно? Ну, примерно где-то так, да. Может быть, там плюс-минус, в зависимости от года. А здесь вот как бы есть такая возможность, в принципе, дети очень активны. Если у вас какое-то восточное кафе? Ну, это как бы chilling room такой, здесь дети просто socializing, у них свободное время могут проводить, здесь находиться. Понял. Ну, у вас действительно много. Ну, я говорю, что школа, понимаете, у нас в Боксфорде еще и society, то есть даже дети, которые у нас выпустились, они тем не менее возвращаются к нам, то есть рассказывают о своих успехах, кто-то там женится, тоже рассказывает, что у них новое. Братья и сестры приезжают обучаться. Вот здесь заседание отличие от нашего сообщества проходит. Здесь особенности по мистеру Сатану кабинет. Интересно. Как бы изучаешь и материю, все, что связано с тем, что ты выбрал, да, допустим. Сначала выбирают тему, потом изучают, потом готовят портфолио. Потом research, потом делают портфолио на тех, кто на эту тему что-то уже делал, получают его творчество. Потом делают поиски материи, цвета, да, текстура. А потом уже дальше идут делать свой какой-то пис. То есть вот это потом является твоим портфолио, которое ты на креативную специальность можешь подавать. То есть вместе со своими оценками. She's now at Brunel studying product design, designing things that we use, like a fridge, a lamp, a car, a chair. All right. So it's like okay, I'll get it. That's product design. То есть здесь полностью изучение сначала, да? And that is an A sketchbook.
Это, в принципе, очень хороший скетчбук, с которым она вот и поступала, например. То есть здесь полностью как бы research идет на заданную тему. Thank you, young man. Здесь опять-таки современных дизайнеров изучения идет. They always have to reference the work of others. Да, то есть обязательно нужно делать reference. Но в Англии вообще это, в принципе, развито, что пока у тебя нет степени, ты не можешь как бы opinion свою в паблику рассказывать. Нужно быть фанатом этого. Видно, что девочка действительно получала удовольствие от того, что она делает. Это не делалось ради оценки. Да, явно. Это прям, поэтому и прям она этим горела, жила. То есть здесь такой доскональный даже стиль, изучение, полностью reflection. То есть она использовала элементы всякой готической старинной архитектуры в своих, в своем дизайне. Ну да, видно, что она прям очень получена. Ну вот, она сейчас их использует, лампы делает, камп. То есть это не просто придумала, а именно использует. Yeah, that's using Photoshop. And a product called Rhino. It's a program that you can download from the internet. Вот она в Турцию ездила, да, и изучила там вот такое, и потом использует при своем. Ну, интересно, да. То есть, да, то есть вот она показывает, откуда у нее такая идея взялась. То есть она не просто ее из воздуха начертила, а она вот вдохновение взяла после посещения. Ну, интересно. Наверное, лампа, которая имеет какую-то вот историю, соответственно, будет стоить дороже, когда объяснить, откуда взялась идея для ее создания. Интересно. Ну вот и закончилась моя экскурсия. Сразу же по горячим следам хотел бы рассказать о своем мнении. Значит так, в двух словах. Школа Бакс вот находится в 2 часах езды от центра Лондона. Примерно же столько же расстояние займет от аэропорта Хитроу. Немножко, ну, наверное, часу до полтора езды до аэропорта Гатвик. То есть в этом плане все удобно. Школа находится в отличном месте, далеко от больших населенных пунктов, свежий воздух, море рядом. В этом плане идеальное место. Значит так, в школе обучаются дети в возрасте с 11 до 18 лет. Всего обучается на данный момент 440 детей, из которых половина, ровно половина иностранцев. С этого начнем поподробнее. Когда я ехал в эту школу, я знал о том, что в ней довольно-таки высокий процент иностранцев. То есть она не полностью международная, но тем более половина. Но тем не менее половина. И должен вам сказать, что я был приятно удивлен. То есть я ожидал другого. Международные школы, либо школы с высоким процентом иностранцев, выглядят по-другому. Они больше тяготеют в сторону американских колледжей, что ли. То есть дети не носят школьную форму, дисциплина более расслаблена. Тут и там слышишь, как дети общаются на своем родном языке. В школе Бакс вот все наоборот. То есть не так. Во-первых, дети, несмотря на то, что школа наполовину состоит из иностранцев, дети все носят традиционную английскую школьную форму, что очень красиво. Дети соблюдают все традиции традиционной британской школы. То есть ходят... Сидят за каждый класс, сидят за своим столом на обеде, ужине. По каждому, возле каждого стола дежурный идет по столу, который отвечает за дисциплину за столом. С детьми принимает пищу директор школы, преподаватели сидят за отдельным столом.
в школе выбирают префектов, то есть отличников и лучших учеников школы, которые помогают преподавателям следить за дисциплиной. Школа разделена на дома, как в фильме «Гарри Поттер», то есть все традиции, вся атрибутика традиционной школы здесь сохранена, что очень приятно. Но при этом нету атмосферы традиционной школы. Когда приезжаешь в британскую традиционную школу, кругом в большинстве школ это высокие старинные здания, чувствуется вот сам весь дух этой старины, дух традиций, дух правил, все чопорно, все по нотам, скажем так. Здесь все здания, почти все здания одноэтажные, многие из которых деревянные, соединены между собой узкими аллейками с елями по обеим сторонам, что придает школе такой атмосферы пребывания на туристической базе, что ли, то есть месте отдыха больше, чем в школе. То есть если бы дети не носили спортивную, школьную форму, впечатление было бы, что действительно попал в летний детский лагерь отдыха, либо туристическую базу. Вот, то есть школа Баксфорд – это смесь традиций и неформального подхода, то есть неформальной атмосферы. Притом детям запрещается разговаривать на родном языке, за то, что кто-либо попадется за разговорами на родном языке на территории школы, будет наказан. Телесные наказания давно отменены, но тем не менее дети понесут административное какое-то наказание, то есть там дополнительные какие-то задания не будут выполнять. То есть на территории школы разговор идет только на английском, что очень большой плюс. И даже я разговаривал с одной российской девочкой из России, русской, она что сказала, что хотелось бы, чтобы русских было больше. То есть мне казалось наоборот, дети скажут, здесь много русских, мы только со своими дружим, как иногда бывает. И наоборот, девочка сказала, что да, тот факт, что здесь много иностранцев, не проблема. И даже тот факт, что здесь около 20 русских, тем не менее, девочка сказала, что русских могло бы быть больше. Так что, что я могу сказать? Рекомендую, если кого-то интересует мое мнение, конечно. Но рекомендую тем, особенно, кто только начинает свою учебу в Великобритании, и особенно тем детям, которые, как это сказать, родители которых называют это домашние дети, дети, которые не были за рубежом, которые, пока родители не знают, как он будет себя вести, либо она будет себя вести в чужой, как бы, в другой стране, в другой среде, то есть здесь идеальное место. То есть за счет того, что много иностранцев, среди них довольно-таки, ну, несколько русскоговорящих, плюс персонал у них русскоговорящий, как вы видели из видео, то есть здесь будет идеальное место для адаптации. То есть здесь все дети приезжают, здесь они идеально адаптируются. Дальше смотреть по ситуации. Если ребенок хорошо справляется в этой школе, показывает хорошие результаты, можно оставаться здесь. Если вы видите, что ребенок нормально адаптировался, и вы чувствуете, что хотелось бы больше какой-то строгости, больше английской среды, больше какого-то так называемого престижа школы в плане титульности, в плане рейтингов и так далее, тогда можно переходить в другую школу. Если же, повторюсь, все нормально у ребенка, нормально по показаниям, абсолютно можно здесь оставаться без каких-либо проблем для дальнейшего поступления в университет. Дети отсюда поступают в престижные вузы, вы видели по названию университетов, которые на стенах. Отсюда также поступают и в Кембридж, и в Оксфорд, то есть с этим проблем не будет. Плюс школа сильна в спорте. Если у вас ребенок занимается профессионально футболом, профессионально занимается верховой ездой, профессионально занимается музыкой, изобразительным искусством, опять же, это место идеально ему подойдет. То есть, повторяюсь, идеальное место для начала учебы и адаптации, и также идеальное место для тех, кто находит себя здесь и нормально показывает результат. Если кто чувствует, что может и хочет чего-то большего в плане в плане именно английского обучения, тогда можно двигаться дальше. Поэтому
я двумя руками за начало учебы здесь. И всем рекомендую приехать, посетить школу и самим убедиться в том, что я только что сказал. А всем, всех прошу подписываться на мой канал, ставить лайки, кому понравилось, и следить за нашими дальнейшими видео. Впереди нас ждет еще масса путешествий по другим британским школам. Поэтому всем до свидания и до новых встреч!